Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Потому что это просто
Я не знаю, что ты делаешь.
Спасибо.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
если было в правильном положении, чем положение моего тела, так и не знакомо. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Господин Смотрим, стоят вот эти папочки силами, красивые, посетили, просто не много разговаривают, можно просто писать на организацию, пока кто-то пришла. Ну, там есть вот это вот на этаже, стоите в красном, стоите в почке, тут она просила потом позже ее девочка на литера на автобусе. Вот подходим и начинает вот реально, это, знаете, вот, то, что есть внутри человека, то на лице у человека, знаете, вот это самое, как и все, это прозрачное, знато. И мы слышим команду, если стоит Дмитрий Гуниц, знаете, как это реально бабушки пришли, мы слышим слово Божие, она начинает, вот вы приехали сюда, сейчас сам ощутим, значит, с огня, мы все сорвались с работой. Знаете, тем более сейчас, вот сегодня пятница, 13, после 2 часов, чтобы наш день, всяких симптомов, это все возможно, знаете, вы чисты, штаты нечисти, а вы приехали сюда. Я говорю, неужели наш Бог святеет вам? Она замолчала, начала заработать. Говорит, так вот все люди собрались, которые имеют внутри Бога. Мы говорим, слава Богу. Если бы они не имеют это, им нужно слово Божие. И много такая была дискуссия, потому что она закончала, и мне еще просто было летать. И у нас очень большая сила, слава Божия. Люди очень внимательно слушали, было 15 человек, пришло вот такой возраст, после 70. Смотрите, 70. А тут бабушка, что я потом не могу говорить, ей 85, 86. Но мы как-то не разговаривали, я 96 еще доживу. Но как-то уже не хотелось, чтобы я правильно, а это уже на кладбище быть. Знаете, если я уже писала, что там будет автобус, еще будет со мной там зазвать, за сетей, на сетей там зазвать, и так далее, где же будет милиция, что понимаете. Но она так все писала с нас. А жить еще и помолиться с ним, слава Богу. Так вот, пришло 15 человек, было на организации, из них два брата, брат и сестра, это по близкой церкви было. Присутствовали. И остальные это самые такие традиционные православные были и неверующие люди. Фактически 12 человек из них приняли Иисуса Христа. Слушали внимательно, плакали, просили, чтобы играли, очень касалось. Песни очень касались, очень сильно. И просили молиться. Мы смотрели, молилось 12 человек, потом после если он не знался, там Витя сидел, там пришел выпивший парень, потом тоже с ним еще молился. Молитва покаяния. Ну, так как я видел 13 человек, вот эта вот организация, я молился молитвой покаяния. Фактически, мы там уже были два верующие, был один, да, там, с баптистской церкви, все. И тут, даже с баптистской церкви, слушали, не надо, мы совершали совсем то, что надо. Фактически, вот так вот получилось. И силы не только были, чтобы молились за них. Боже, у нас свою силу и славу, как и бабушка. Она была сослужена, там оператор нашла бы сослужена, как она была уважена, пальцы лучше помолились, она побольше нашла сослужена. Знаешь, она была мясо и еще. Thank you.
тоже помогали ему тут языком. И он сам отпилил народ от него. И это слушание, это было интересно, потому что ко всему ты попробовал Питер, на самом деле мы делали акцент не на церкви, кто правит или народ, а то, что мы тебя приходить в церковь и при этом оставаться грешниками. И мы говорили о Христе и народе, на самом деле народ сегодня жаждет чести при Иисусе. Не о правилах, не о сутке правил, что нам еще не надо, а о чести при Иисусе Христе. Сейчас уже не будет. И вот эта молитва, когда люди берут встан на ноги, и все, кто стоят, они молятся. Много людей молились, много людей подошли потом с просьбой к этому совету, потому что по многих нету дома, они пришли к конца и сказали, дайте нам диван. И я молюсь, я говорю, всегда вот этот, кстати, мужчина вначале пришел, где я разговаривал, и во время вот программы на самом деле пришло прописание, и как бы странно начал думать, и в конце сейчас, давайте на тебя что-нибудь, пожалуйста. Вот это вчера. Тоже молодой же спрашивает, какие слова интересны. А у нас вот эта дискотека уходит на 10. А 1000 человек приходит на дискотеку. Вчера пришло около 40 человек, или 48, где-то 40 в зале было, человек 8, они, ну так, отплатились в коридорчике, но я знаю. Телефонка, даже я вас там ездила на организацию. Вчера интересно было, вчера было про женщины, может, они будут. Ну, я не ожидал, не слышал вас. Я не ожидал, но на самом деле, может, все будет изменено разум. Я не ожидал, что женщины такие возрасты, как мои мамы, чуть старше, могут так себя вести. То есть были молодежь, которые в них там видели, молодежь, она более культурно себя вела, эти женщины, она вообще, ну, выглядела такие, пустые, ханские, такие, знаете, женщины, но мне как-то было кристо по всем, вот так это был телефон, буквально. Получили. Это после своего выпускного стойка. И женщины эти выходы, они есть, они вели себя так интересно, пока было все, они вели себя вызывающе. Но на самом деле, когда было крупное чувание, они пришли к этому, потому что твои выпущи, и твои вели себя, ну, вызывающе. Но когда была проповедь Евангелия, я одна что-то продала, разила, она продолжала что-то говорить, плохое, она себе кушала. А вот это все рядом с ней, видят, все равно, вот это поворачивается на нее, все заткнись, все молчи, да, послушай. И было удивительно, то есть два человека пришло, два в одинаковом состоянии, и я там уже начал говорить, все лучше будем слушать. И народ принимал Евангелие, люди слушали. И показалось, это около 30 человек, 48, это было около 30 человек, подняли руку для молитвы. И были, конечно, такие, которые там женщины, которые имеете право сфотографировать, я говорю, там министр энергии, которые право фотографировать, мы сказали, извините, в такой речи, если смотрите сериал. Два человека, которые были с семинаров, которые мы проводили в пятницу, они все, они взяли еще двух или трех молодых своих друзей и приехали в эту сумму. То есть они приехали, они слушали, вот так тоже у нас все начинается вот так. Вот все так выглядит, и в конце они открываются, то они захлопали. И, кстати, интересно, в конце эта женщина, которая выкрикивала вот этот фильм, после программы, после этого после молитвы, она подошла и попросила извинения. Сказала, извините, что я говорю себе так, и, ну, так, что же?
сумели разобрать все эти вопросы, сумели то и знать, я понял, как это много причин, для этого самое больше там не делать. Если так, то больше причин, потому что это внутри происходит. Начала эта женщина в конце подошла и сказала, извините, то, что вы говорили, но на самом деле это мало. Жизнь. И вчера было это 48 человек, а то все было слышно. Если бы вы сегодня умерли, вы не уверены, куда бы вы попали, в Богу или в Богу.
именно таким нужно выделять возможность сейчас. Еще есть?